то, что касается вашего вопроса. Значит, я не знаю этих людей, это первое. Увидел их только в средствах массовой информации, как они, так знаете, щеголяют, да, раздавая интервью налево и направо. Поэтому моя охрана – это сотрудники правоохранительных органов милиции. Они, наоборот, должны пресекать все, что? Проступки или преступления. Поэтому я уверен в том, что объективно разберется следователь, следствие. Тогда я вам отвечу на все ваши вопросы.